bin Max Baumert, bin 20 Jahre alt, komme aus Berlin und ich kämpfe in der... Я Макс Баумерт, говорит Макс Баумерт. Мне 20 лет, я прибыл сюда из Берлина, чтобы биться, весит 72,5 килограмма. Марко Пике считает, что сегодня он чувствует себя вполне хорошо, он быстр и готов. Так что готов взглянуть в завтрашний день с уверенностью. У Макса прежде всего желание и семье, и друзьям доказать, что он сегодня лучший. Да, конечно, он хороший боец, и он настоящий мастер, но я быстрее, я готов биться хорошими сериями. Марко считает своего соперника слишком молодым и недостаточно опыта у него, ну и он зарядит в первом раунде, посмотрим после первого раунда. Еще прибавить, так что это будет ему очень-очень непросто. Макс Баумерт сегодня, чтобы биться, а не говорить. Макс Баумерт, Германия. Лишь 20 лет ему. Марко Пике 32 года. Боец муай-тай и чемпион и Голландии, и Европы, и чемпион мира. Очень хороший боец. Представитель лучших традиций Голландии. И Golden Glory, замечательный клуб, германское отделение Golden Glory. Это тоже голландское. Вотчина чемпионов и Сэм Шилд из Golden Glory. В белых трусах Марко Пике, Голландия, в черных трусах Макс Баумерт, Германия. 20 лет Баумерт, 32 года Пике. И, конечно же, 85 боев Марко Пике против 14 Баумерта. Чувствуется приоритет классической боксерской техники Баумерта. Ну, посмотрим, что возьмет верх. Выцеливает Пике. Баумерт чуть-чуть поубавил пыл. Обмен вот такими яростными любезностями в самом начале первого раунда. И тут же естественный переход в клинч. Никто не хочет пропустить случайный удар. Нет, это не муай-тай. Здесь нельзя брать захват и бросать соперника. Здесь разрешены лишь удары. Этот поединок идет в разделе «Суперфайт». Он не в программе турнира «Восьмерки». Турниры тяжеловесов – это бой украшения вечера. И сейчас побывал на полу Баумерт. Горяч, пылок,
яростен и нетерпелив. И это все хорошо, но вместе с тем, насколько это хорошо, настолько же это и может дурную службу сослужить, если встретишься с опытным мастером, который все твои эти плюсы и всю твою ярость и горячность использует против тебя. Поэтому контролируйте свои действия, контролируйте свои эмоции. Это вам поможет. Звучит гонг, застает этот гонг Марко Пике в атаке. Замечательный турнир. Но если бы вы знали, что Мерзебург — городок очень маленький, 34,5 тысячи человек живет всего лишь здесь, ну и такой прекрасный вечер бокса. Я к чему это говорю? Потому что даже наши маленькие города, поселки в России должны быть местом проведения самых интересных, самых захватывающих соревнований. И, на мой взгляд, не обязательно это должен быть мегаполис и какой-то столичного формата город. Вовсе нет. Любое место в нашей стране должно и может быть центром притяжения и центром приложения сил и талантов. И наверняка соберется много народу, чтобы посмотреть на удаль молодецкую, на хороший, красивый бой. И организаторы не пожалеют, и жителей уважат. И сколько ребят потом пойдет заниматься спортом. И, конечно, это очень здорово. В атаку пошел Макс Баумерт. И ногу включил, и повышенную скорость в серии рук. Сдвоенный апперкот, с печени на подбородок, набрасывает Баумерт. Зовут его как знаменитого германского боксера. Помните, Макс Шмелинг, очень талантливый, легендарный боксер. Улыбается Баумерт, причем улыбается после пропущенного удара. Улыбается для того, чтобы показать: мне твои удары не страшны. Хорошая двоечка была. И Пике вынужден идти в клинч. Очень быстрые руки. Но это уже муай-тай. И, конечно, рефери вмешался. Захваты запрещены. Правила K-1. И рефери делает замечание. Хороший был момент для Пике. Макс был в атаке и мощно вкладывался в боковой удар. Пике нырнул, и надо было тут же контратаковать, жалить. Но
прозевал момент. Оживление в углу Баумерта. Секунданты почувствовали запах победы. Ну вот, Марко Пике вкусы крови им не даст почувствовать. Ух, какой заведенный! На подъеме боксирует Баумерт. На максимальных оборотах сегодня работает Макс, говорящее имя. Ух, какой всплеск эмоций! Баумерт без оглядки расходует патроны, понимая, что раунд заключительный, можно здесь давить на гашетку по полной программе, и скорость позволяет. И вот скрутка из муай-тай. Но на всякий случай рефери предупреждает, что не стоит этого делать. Лоу-киком Пике чуть-чуть успокаивает своего горячего юного коллегу. Класс, Хагеман вклинивается и разнимает горячих бойцов. Вот сейчас Пике показывает, как нужно работать концовку даже под таким натиском. Колено. Страшное оружие. Не хватает, конечно, чуть-чуть Пике. Попадает, все-таки попал. Попал и попал неплохо. А это Пике. Казалось бы, такой ураганный парень Макс Баумерт. Молодая восходящая звезда. 14 боев, ни одного поражения у Баумерта. А у Пике 86 боев, 70 побед и 16 поражений. Но достойнейшим образом оба сражаются. И молодой Баумерт против именитого и титулованного Пике. Здорово. Но, однако, плывет, по-моему, немножко плывет Баумерт по окончанию этого раунда. А судьи, они такие. Им многое непонятно, то, что очевидно всем. И они могут, для того, чтобы разобраться, добавить раунд. Нет, нет, не добавляют. Макс Баумерт объявлен победителем этого боя. И, я думаю, у Пике обиды это решение не вызывает. Потому что он действительно был хорош. Действительно был быстр, точен. Здорово. Как ты себя чувствуешь после победы над самим Марко Пике? Конечно, это очень важная победа в моей карьере. И я всего лишь начинающий боксер. И мое время сейчас пришло. Какую ты себе ставишь цель? Чего ты хочешь добиться?
Ну что ж, стать чемпионом мира. Тогда встретимся на канале Евроспорт.